«Красноборские разговорчики» Галины Точилиной. Галина Точилина живет и занимается прикладным творчеством в селе Красноборск Архангельской области. Местный музей народной куклы – это ее задумка, ее старание, рукоделие и откровение. После экскурсии по музею кукол Галина Точилина подарила свою книгу «Разговорчики», где говор – главный акцент идеи, устремления автора. Сборник рассказов, сказов, бывальщин от земляков записаны образно, колоритно, красовито. Северный говорок изумляет не щегольством старинных слов, а жизнеописанием, житейской истиной, словно журчащий родник утоляет жажду мироощущения северной деревни. Бытовые истории, как и рукотворные авторские куклы Галины Точилиной, сохраняют традицию, мудрость северной российской глубинки. Посмотрите, полистайте разговорчики, чтобы радостно проводить 2022 год, год культурного наследия народов России. Слово к слову тянется. Разговорчики от Галины Точилиной. Подружки и бабулечки. На одной из улочек Красноборска живут две бабушки-старушки. Дома рядышком, оконце в оконце, крылечко в крылечко. Изгороди между усадьбами никогда не было. Дружбу ведут с девок еще. Строились вместе, детей сообща растили. У одной хозяина уж давно нет, а у другой чуть позже не стало. Ушли в мир иной. Старушки сё. Ой, Нюрушка, глянула в окно, у тебя дымка-то что-то сегодня нет. Засобиралась, бегу скорее, доволюсь. Проведать, снег-то не разметён у крыльца. Все ли ладно-то? Ну, да что уж так-то переживаешь за меня, подруженька. Дрова на 3 дни в сенце ношу. Рано еще ночь опять худо спала. Ветер шальной в стены скребё. Во, таблетку проглонула, сейчас и прилечь бы. Да печь затопила рано. Проходи давай, не стой у порога-то, выкажи уважение, чашку чая выпить, да и покалякаем. Ну, слава богу, все хорошо, а то думай, что хочешь, а я за тобой, ты за мной, так и приглядим. А мне тоже всю ноченьку да спать было не в мочь. Все дома какие-то, сын уже вторую неделю как не звонит. Клава, как сама набери ты его? Сейчас девья телефон у каждого. Это не в прежние времена. Я-то топере умна стала. Все кнопочки изучила. Ранее куда не попади, тыкала. А сейчас, кабыть все знаю, ой, смех. Давай чайку похлюпаем, вчерась стряпали. Чё не зашла? Мы слышали сказ от Галины Точилиной. Но можно почитать и другие бывальщины. Их у нас много на севере.